Лапкин Павел Михайлович. Родился 12 июля 1905 года. Прошел всю войну, был тяжело ранен в ногу, не дал ампутировать, смог сам восстановиться. Умер 23 сентября 1977 года. Исаков Афанасий Максимович сгорел в танке в 1943 году на Курской дуге, сражаясь с фашистами. Несин Леонид Игнатьевич, пулеметчик. С марта 1942 года служил в рядах Советской армии и был тяжело ранен в левое бедро. Награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне и медалью за боевые заслуги. Мой прадедушка Керусов Алексей Иванович. Годы жизни с 28 марта 1924 года по 11 сентября 2003 года. Звание сержант, младший сержант, гвардии сержант, гвардии старшина. Командовал саперным отрядом, стрелковым взводом. Им было совершено много подвигов, и у него было много медалей. Макуров Михаил Федорович прошел всю войну. Он был связистом. Он доставлял приказы солдатам вовремя. Наш прадед Иван Николаевич Гребенников пропал без вести 7 октября 1943 года. Ему было всего 26 лет. Дедушка был авиатором, штурмовал войска противника, летал на разведку и прикрывал самолеты нашей армии. В октябре 1942 года награжден орденом Красного Знамени. Я горжусь им. Мой прадедушка Окишев Семен Дмитриевич. Годы жизни с 3 февраля 1908 года по 26 января 1971 года. Он был рядовым разведчиком. В тылу врага добывал важную информацию для нашей армии. Спасибо деду за победу!